Семена томата, помидора, дюшес высевают в рассадные горшки или теплицы в первой половине марта. Прямо в грунт посев производят в первой половине апреля. Рассаду пересаживают в открытую почву в середине мая. Сорт среднеранний, созревает спустя 110-115 дней после появления первых всходов. Кустики в открытом грунте достигают высоту до 70 см, а в теплицах – до 120 см. Плоды средние по размеру, удлиненно-грушевидной формы, красно-розового цвета. Кожица гладкая, плотная. Урожайность сорта томата дюшес неплохая, с одного куста можно собрать до 4 кг помидоров. Томат обыкновенный дюшес – это травянистые. Плоды имеют массу 80-100 грамм. Форма у плода удлиненно-грушевидная. Цвет плода красная, мякоть плотная. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.